Ребята, всем привет. Это Rage 2, мы его проходим. Так, в прошлой катке я тут завалил двух чувачков. Теперь мне надо на тачку вернуться. Так, сейчас, наверное, будет охренительный прыжок. Я тут был на... Возвращаемся на тачку. Короче, если я туда свалюсь, блин, я точно не выжил. Ой-ой-ой-ой. Я думал, все, сейчас это... Паду, блин. Так, у меня вон там тачанка стоит. А, блин, так я чуть-чуть не подъехал, охренеть. Надо отремонтировать ее. Всегда так по чуть-чуть не доезжает. Странно. Ну вот, я снова в деле. Так. Давай-ка дорожный пост. Барьер надо поднять, все поднимем. А, вот он. Ну. Слушай, Лили, я тут вижу что-то очень стрёмное. Ну, привыкай, это тебе не видно. Где стрёмно, туда не лезь без подготовки. Так, у меня, надеюсь, на что-то датчик срабатывает. А, ящик стоит потом. Ехай. Так, еще вот здесь что-то, да, сработало у меня. Вон, кстати, еще один ящик. Его мы сейчас заберем, так. Блин, с дробовик, да, с дробаша издалека хреново попадать. На лету, блин, завалил. Ага, вот он. О, спрятался. О, бачок, сейчас мы его взорвем. Thank you.
Нифига себе. Крутая денежка. Так. Ага, не свалился. Так. Вон еще один, кстати, мост. Вон ящик, контейнер вижу еще один. Оба, заначка. Ну и вон последний контейнер. Так, нам надо как туда попасть. Наверное, вот здесь и залезем. Угу. Локация пройдена. Дикий лес, уничтожите капсулы зарождения. Ну, сейчас с мутантами поборемся. Ну, приехали. Так, 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 у меня даже датчик сработал. Подожди-ка. А, вот сюда вот мне надо. Эх, вы, ребята, у вас сколько тут много. Вы откуда? Вот отсюда поднялись, да? Кстати, две капсулы, а я не заметил. Все, допрыгались. Так, у меня еще датчик работает на втором этаже, значит, что-то. Бегут, блин. Че, еще кто прибежит? Да, смотри-ка. Так и будут постоянно бежать что-то. На! Ёптель.
контейнеры все нашел. Так, еще последний. Так, еще последнее зарождение вот здесь вот. Ага. Все. Локацию еще одну прошел. Блин, ну здесь колонну, чтобы завалить, мне патрон не хватит, блин. Вот сюда вот съездим, наверное. А, блин. А у меня денег вообще много. Так, транспорт по поводу улучшения. Проекты. Что я могу, что улучшить? Найти и заработать. Так, вот мне вот здесь вот нравится больше прокачки всякие делать. Так. Вот это получше. Мы активируются. Так, куда я хотел съездить? Сюда патрон закупить, затарить. Или. О, давай вот сюда, вот неизвестная локация. Рядом все. Посмотрим, что это за неизвестная локация, что там. Блин, врезался. И вот мы на месте. Ага, наверное. Даже датчик сработал. Возвращайся скорее, Уокер. Впереди находится костюм рейнджера. Ага. Так, ладно, что, спускаемся вниз? Сейчас пойдем вниз, спустимся. Найти павшего рейнджера, сейчас найдем. Так, в эту воду, я так понял, нельзя наступать, что ли, да? Нет, можно. Так, я что-то нажал, но я не понял, зачем я... Наоборот, надо было пустить. А, или наоборот, сейчас, наверное... Лучше отключить. Или, наверное, это специально, наверное, электричество надо подать зачем-то. Скорее всего, там, наверное, дверь открывается с помощью электричества, я понял. Да.
сам рейнджер. Так, еще один контейнер надо найти. Еще один контейнер где-то. Так, надо еще один контейнер найти. Где еще один контейнер? Скорее всего, внизу, что ли? Или не внизу? Надо уже отключать электричество. Во! Внизу, да. Надо отключать тогда. Что-то я не нахожу. Что-то знакомое. А, у меня фильтрит. Вот почему сработал. Датчик это на фильтрит сработал. И еще здесь. Ага. Ну-ка, что у тебя внутри? Это был беспилотник, так может быть там? Нет, не там. Может быть он в той стороне? Во, я походу на правильном пути. О, да. Все. Локация официально пройдена. Так. Сюда вот можно заехать. Туман. Как после дождя. Кстати, здесь, блин, в Rage 2 вот дождя нету, ни разу не было. Так. Я уже приехал. Бандитский перевалочный пункт. Лили, ты бы это видел. Джерси, небось, дважды подумал бы, прежде чем сюда лезть. Джерси погиб, так что ты лучше подумай трижды. Сперва убедись в том, что у тебя есть вся нужная снаряга и навыки, и только потом иди. Все, у меня все есть, не переживай. Шмаляет, нифига ты какая луна. Слева, конечно, хорошо. Надо ловить свои гранаты обратно.
Так, сундук ковчег здесь еще есть, должен быть, да? Он прям будет на самом верху. Слушай, у меня вот датчик прям сработал. Скорее всего, прям сверху надо мной. Да. Вот здесь у меня датчик тоже, но это, скорее всего, наверное, подо мной, я так думаю. Да, наверное, здесь где-то. Так, я так думаю, мне вот, наверное, вот сюда вот. Ага. Так, вон сундук ковчегов и контейнер еще останется один на эти. Причем где-то здесь. Где-то здесь. Три палки показывает. Две не сюда. Три здесь. Вот, четыре. Рядом. Где-то вот здесь прям. С той стороны, что ли, или снизу. А, вон он. О, все, нашелся. Все, локация пройдена. Возвращаемся на тачку. Надо вам воздушный шар завалить. Фига, здесь дороги какие. Сейчас меня в речку скинет. Туннелем каким-то непонятно. А шар. И вот мы на месте. О, стоп, 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 что-то здесь такое. У меня датчик сработал. Включен режим ожидания. Сверху, скорее всего, что-то. Возвращайся скорее, Уокер. А шара не видно уже. Ну и ладно. Так. Короче, мне надо боезапас пополнить. Системы активируются. Машина.
Макин Макарёшкин, нихера меня выкинуло, блин. Блин, короче, охереть меня выкинуло. Еще раз. Здесь надо потихоньку заезжать, а я гоню, блин. А, вон он, кстати, шар-то. Охренеть, круто. Включен режим ожидания. Все. Что-то кто-то едет. Системы активируются. Что-то там сверху висело такое. Такие кусты большие здесь, конечно, вообще. О, заезжаем в городок. Приехали. Желаю удачи. Шестерни, снова ты. Я помогать. Крылатые ракеты. Все. Я тут буду как панька. Че, все, у меня все ракеты есть, да, полный боекомплект. Включен режим ожидания. Здорово. Здорово. Тебе удалось найти братца Берна? Пожалуйста, скажи, что да. А, нет, еще не ходил. О. Надо набрать задание. Скорее, пожалуйста. Только бы Ники его пощадил. Зачем так орать? Я старый, но не своим путем. Рынок от... Грозой равнин. Ну, чего тебе надо? Мне пора. Ты продать или купить? Берегись, гадин. Каждый час — это деньги, которые утекают у меня из рук. Мой участок на бурной реке зачищен. Еще нет. И еще нет. Передавай привет, источник. Здорово. Отделище. Солдат. Что это такое? Усилитель какой-то стоит.